Студенческая весна 2021. Выходи из онлайн. Под таким девизом прошел гала-концерт фестиваля. Студенческая весна в ЧГУ – фестиваль с более чем 50-летней историей, причем непрерывной. В прошлом году из-за непростой эпидемиологической ситуации пришлось перейти в онлайн-формат, но этот год снова порадовал зрителей ярким концертом. Все необходимые санитарные нормы были соблюдены. В программу вошли лучшие номера факультетов. По итоговому решению жюри третьими или бронзовыми победителями фестиваля стала команда F3. Серебро взяла команда экономического факультета. Этот гала-концерт мы подготовили танец, довольно старый танец уже со студ весны, но мы его хорошо переделали и усилили, как нам кажется. Мы очень плотно готовились и очень много готовились. Победителями стали техи. Все команды показали высокий профессионализм. Молодые, талантливые и целеустремленные. Студенты Чувашии традиционно сделали праздник запоминающимся. Студвесна 2021 проходила под несколькими девизами. Конечно же, это год науки и технологий, наш профессиональный год. Это год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. И, конечно, год 60-летия полета, первого полета человека в космос, каковым стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Вот эти три девиза команды по-разному старались вплести в сюжет своих концертов. Я думаю, что это получилось неплохо. Всего в фестивале в этом году приняли участие более 1000 студентов. Среди них немало обладателей специальных призов и различных номинаций. Ульяна Пятакова, Юлия Адюкова, Андрей Шоклев, Республика.